Совершить путешествие вокруг света впервые стало возможно в Казани. Торжественное открытие одноименной выставки состоялось в Национальном музее Татарстана 30 ноября. Стоит заметить, что проходит она в рамках проекта «Культурная универсиада» и полностью посвящена предстоящим играм. Экспозиции знакомят гостей с родными странами и континентами участников универсиады 2013. Путешествие и спорт – вот сочетание, на котором базируется выставка. Кругосветные путешествия. Что может быть ближе к универсиаде? Со всего мира к нам соберутся спортсмены. Мы нашим молодым юным казанцам покажем этот мир, покажем кругосветные путешествия. И все-таки спорт в этой выставке присутствует и непосредственно, потому что в этом году исполняется 100 лет казанскому яхт-клубу, значит, парусному спорту. Выставка проводится совместно со знаменитым Музеем Мирового океана и полностью посвящена морской тематике. Посетители смогут прикоснуться к настоящим и неповторимым сокровищам океана и увидеть раковины морских моллюсков, экзотической флоры и фауны, геологические породы. Также в экспозиции продукты, которые всегда под рукой на борту морского судна. Особый интерес представляют рисунки участников научных экспедиций. Как рассказала генеральный директор музея Гульчачак Назипова, в скором времени планируется еще один выставочный проект в рамках подготовки к универсиаде. Экспозиция представит казанцам награды татарстанских спортсменов. Выставка «Путешествие вокруг света» продлится до 25 января 2013 года. Ирина Игоренко, Камиль Исмаилов, специально для Казан 2013.ру.